В Горбацевичах меньше 270 адресов, но даже здесь с начала года произошло несколько серьезных пожаров. Увы, некоторые на чужих ошибках не учатся. В этом доме светильники без плафонов, проводка в плачевном состоянии, а вокруг печи хлам, который может загореться за секунду. Фу, не дай бог, не было, потому что не очень приятно, когда что-то горит. Хозяин вроде и понимает, так беды не миновать. Но если толк, перед наступлением морозов сотрудники МЧС уделяют особое внимание печкам. Есть ли щели, прибит ли притопочный лист, исправна ли дымовая заслонка. И напоминают, сырые дрова горят хуже. Для хорошего прогрева уходит в 2 раза больше топлива. А при розжиге появляется много сажи. Впоследствии снижается прочность стенок. Безопаснее хранить поленья на улице. Складывать их лучше на камни или поддоны в дровнице, чтобы избежать плесени можно накрыть рубероидом. Главное, чтобы топливо оставалось сухим. Предупредить пожар всегда легче, чем тушить. В тандеме со спасателями работают сотрудники Госэнергогазнадзора. Смотрят исправность кухонных плит, обогревателей и проводки. Только за 9 месяцев в районе и городе проверили свыше 1200 домов. Выписали порядка 90 предписаний. Проводка была проложена по сгораемому основанию. Да, на осветительных электроприборах не применяются защитные плафоны. Коробки распределительные не закрыты защитными крышками. То есть может создаться условие, когда человек может случайно в это все дело попасть под напряжение. Из-за беспечности и халатности можно лишиться дома в считанные минуты. В период акции «За безопасность вместе» специалисты посещают тех, кто не всегда способен позаботиться о себе сам – инвалидов, одиноко проживающих и пожилых. Без внимания остаются дети, находящиеся в социально опасном положении, ну и многодетные семьи. Подобные мероприятия у нас проводятся в течение всего года, в зависимости от складывающейся обстановки на той или иной территориальной единице. Каждый день статистика спасателей неумолимо растет. За 2022 в стране произошло почти 5000 пожаров. Погибло 500 человек, среди них 9 детей. Помните, огонь разрушает дома, отбирает имущество и лишает жизни. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.